Всем привет, сегодня с вами опять я, Ник. И так как я с утра, у меня есть время сейчас, я хочу вам все тут показать, как что поменялось. К тому же сейчас солнышко выглянуло, я такой, почему бы нет. У меня тут, я сюда перенес манго, чтобы показать его, какие у него листья выросли. Они почти до земли уже. Корни я показывать не буду, потому что там их не видно. Так, проходим, потому что она не развивается. Вот я тут немножко как раскапывал, ну как не раскопать-то. У меня я калий просто лист сломал. Ну как сказать, сломал. Я случайно его сломал, и мне было очень жалко, потому что это был самый большой лист. Ну он сейчас заново начинает расти, я боялся, что он не пойдет. Потому что если он не пойдет, то пойдут боковые. А боковые будут мельче, и то есть они цвести будут позже. А хамендарии ее даже показывать ничего, она растет хорошо. Тут мне подарили кактус. Вот он. И кокосиня начала расти нормально. Кофеек там тоже начал расти. Ванилька. И кала. Вот такие листья. А еще мне подсунули филодендрон, и мне надо за ним теперь ухаживать. Вон, сейчас я его покажу с другой стороны. А, еще я так его. В общем, пошел мой этот. Блин, я забыл название. Ну, не суть. Вот мне этот филодендрон подсунули. Но я не знаю. Как бы такой. Как я не мог не согласиться? Типа, меня попросили, я сделал. Просто моя задача была его посадить и выходить. В течение, мне дали какое-то время, то есть там, ну, пару неделек. Так, потом, что я хотел показать. У меня укоренилась ваниль. Вот у нее корень. И вот. Просто она лежала на мхе, вот так вот. Тут еще всякие семена лежали, проращивались. В общем, она проросла, и скоро я их буду сажать. Кеша. Вот моя птица. Будь здоров. И всем пока. С вами был Ник.